столько людей вообще на берегу. Очень много. Все дома засиделись в дожди, теперь повыходили дышать свежим воздухом и солнышком, наслаждаться. Ну да, потому что завтра, по-моему, опять дождь будет. В общем, дождь идет через день. То дождь, то солнце. Может, уже скоро все-таки весна наступит. Еще, правда, февраль, где-то только зима началась. А мы уже устали от холода. У нас плюс 12, нам холодно. Да, вот так вот. Борьба против пластика в океане или что-то типа такого. И горы видны очень красиво, кавказские, шикарно. Скоро все выйдут загорать уже, осталось недолго ждать. Как у нас сейчас здесь ограждение поставили, чтобы туда никто не ходил. Будут ремонтировать все здесь. Могу сказать, на самом деле здесь пострадал только небольшой кусочек берега, набережной, скажем так, вот от этого ресторана. И вот смотрите, идем, и вот до туда, где вот это заканчивается и дальше продолжается немножко ограждение. То есть не могу сказать, что прям размыло весь берег. Нет, просто вот несколько метров именно в этом месте пострадало. Ну и пирс уже давно пострадал, но это ладно. Это мы уже говорили об этом. Ну, здесь просто будут работы проводить, я думаю, быстро сделают. И тем более здесь особо это, как бы не могу сказать, что прям пляж такой. Ну, здесь, да, здесь хорошо прям. Даже необычно так. Такие. Был такой спуск, а сейчас еще вот такое вот. Какое-то обломанное. Куски валяются, какие-то бетонные столбы откуда-то взялись. Они здесь были, разве? Я такое не помню.
хорошо. Я думаю, быстро сделаю, все наладится здесь. У нас в парке тут бамбук растет, такой молоденький еще. Thank you.